Ростовые куклы, выдержанные в стиле Пикассо, фокусы, хореография, шумные комические интермедии – все это жанр буфонады. Спектакль обыгрывает важные вехи жизни художника. Это детство, сумасбродная юность и обретение популярности. Жизнелюбие и креативность на грани безумия породили яркое динамичное представление с испанским колоритом. Зрителю будет некогда скучать. Спектакль традиционно ставят, взяв за основу пьесу, поэзию или прозу. Мало кому придет в голову готовить его по живописи. Тем более по сложнейшим сюрреалистическим картинам. У режиссера на этот счет свое видение. В нем есть сюжет. Он подан в интересном, любопытном, не банальном и не совсем обычном жанре буфонады. Да, то есть такой утрированной клоунады. Несколько, да? Но при этом сюжетная составляющая там тоже есть. Кстати, есть легкая версия Пикассо Буф для детей. В ней нет интимной жизни художника. Пикассо имел скандальную репутацию и успех среди женщин, поэтому в детском спектакле акцент сделан не на биографию, а на интересную картинку. Куклы разных систем и декорации. Его можно увидеть 24 марта.